Лехе Гуркину. Леша, привет. Привет, Жень. Которому только что объяснил Шапи из молодежной сборной России и Краснодара, как надо действовать, обыгрывая защитников. Ну, он мне сказал на фланге, как действовать. Ну вот. Считай, подходит, я считаю. Я просто предлагаю с тобой сделать по 5 выходов 1 на 1. Да. И по 5 упражнений с прострельной передачей. То есть твоя задача будет замыкать, моя задача не давать тебе это сделать. А кто будет прострелить? Кто прострелит? Прострелить никто не будет. Я буду просто изначально лежать. Хорошо, на точке. Я понял тебя. И, соответственно, твоя задача будет быстро замыкать. Давай, давай. Сколько ты ставишь, что ты забьешь выходов 1 на 1 и сколько ты забьешь прострельных передач? Давай сделаем 2, а выхода я должен забить 3. Две прострельных передачи, да, и 3 выхода. Да. Если, соответственно, меньше, то я тебе пробиваю 2 жопы. Давай. И если я проигрываю, ты мне пробиваешь 2 жопы. Все, жопа, 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 жопа. Тренируемся. Гурич уверен в себе и ставит, что забьет мне 3. Если вы также уверены в результате каждого спортивного события, я рекомендую вам марафон Бет с огромным выбором спортивных дисциплин. Официально зарегистрированная надежная компания, которая является партнером Манчестер Сити, ссылку на которую я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите. На новом канале также вышло 2 ролика с игроками из Академии Краснодара, из игроков основы, поэтому можете... Игроков перейти. Сборной. Игроков сборной, и я уверен, что это будущие таланты, которые будут нашу сборную прославлять как можно лучше. Давай на ворота. Ну вот она, стандартная тактика. Справедливости ради, Леха меня убрал. Ему просто немножко не фартануло. Пацан к успеху ушел. Юрий, пацан к успеху ушел. Вовремя пробить тоже надо. Слушайте, кстати, я тут так втыкаюсь. Я попытался сейчас простелиться за Лехой по газону. На натуральном газоне ты так просто это не сделаешь. Четыре выхода сделали. Леха забил 2. Сейчас определяющий. Здесь подопорно. Здесь я показал, что в дальнюю, ну, по-простому, по-простяцки, но нужно было 3 забить. Хотя, конечно, 3 из 5 это ужасно. Без защитника должен был кать 5. Но, опять же, натуральное поле, опыт игры в футболе. Профессионального столечка. Сейчас мы имитируем типичную ситуацию в Амкале. Сейчас я себе ее покажу. Типично мне находиться здесь. Типичная прострельная передача на дальний. Сзади не остается никого. Моя задача перекрывать твои удары, которые будут очевидны. Ты что, я отсюда должен 5 забивать из 5? 5 из 5? Конечно. Если я 5 не забиваю, ну это, блядь, ну что это? Это подарок, капитал шопа чудес. Ну, выходы, ладно, тут все-таки ты угол сокращаешь, можешь угадать. Но здесь по факту. Готовы? Оп! Потихоньку двигать ближе к Старикову, иначе, ну, это просто подарки. Оп! 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 Один отбитый такой удар стоит очень дорогого. Я предлагаю сделать то же самое, но с другого фланга. Еще одну попытку. Мне же тоже важно, давай, подвигаться с двух, давай, сторон. Давай, вставай. Оп! Мне интересно самому потренироваться, поработать, побегать за мячом, попрыгать в ноги, потому что у нас реально много мячей таких залетает. Оп! Вот. Оп! 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 Ну то, что надо. Вот то, что я хотел. Это здорово. Это, знаешь, кстати, вот, ну, я не всегда, конечно, прям максимально жестко летел, но у тебя очень жесткие руки. То есть даже когда я успевал, они не разлетались. Ну, потому что тут же задача, я бегу, я знаю, что я буду только отбивать, я понимаю, что я не буду здесь ловить. Моя задача максимально жестко перекрыть твою, ну, полет мяча. Да, да, да. Ну что? Мужик, спасибо тебе. Я самое интересное упражнение первый раз поделал. И... Слушай, ну это была ничейка в итоге, получается, по 2 раундам. Все, давай один пенальти. Сделаем. 3. 3, хорошо. 3 забиваю, это, а если я 1 не забиваю, то ты мне бьешь. Там ужом. Все, огорыч. Ножкой!
Поняли? Панч, поняли. Выиграл не в том, чем хотел. С выходами 1-1 вообще как-то так себе получилось. Но важно поработать было. Сейчас будем пробивать Гуркину жопу. Посмотрим, кто точнее, я или Игнатий. Мы одинаково мимо бьем с Игнатием. Все хорошо. Получилась хорошая тренировка? Да, я даже немножко вспотел, что обычно редкость. Спасибо тебе, что поучаствовал. Нет, спасибо тебе, Жек, что приехал. Да. И я думаю, что это одно из тех видео, которые я посмотрю несколько раз. Ссылка на канал Лехи, где есть видосы с игроками сборной России, внизу в описании, да? В описании, да? Теперь, или да. По... Ну все. Эпоха подсказок ушла, да. Вернулись к истокам в описании. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Instagram, ссылки также на которые будут внизу. Перчатки, кстати, можно заказать в нашем интернет-магазине. С вами были Женя, Леха Гуркин, канал Главсон Кит. Всем пока. Агор. Оп! Блять! Ребят, на этом я предлагаю заканчивать. По-другому решил действовать. Просто решил поскользнуться и сказать, пацаны, ну опорно, я поехал. Сорян, чего я, ноги что ли прыгнул?